цепляем к Mitsubishi прицеп. Говорили мне, купи лентяйку, Лиса называет такую штуку. Крутишь, там резьба и колесико такое. Ну вот, прицеп груженный. Минус 15 на улице и мучаемся, поднимаем, да дыша. Щиток управления. Включение, выключение. Что такое? Держи. Мать, 3 гривны километр. Тянули станцию, электрогенератор, V-образный, 6-котловый генератор. Колеса капец, болтаются на прицепе так сильно. На заправку БРСМ. Машины заправляются, автомойка. Жека идет. Я снимаю генератор. Она опять поснимает. Скажем, тянули, вот все видно, да? Да, его, правда, не видно. Тут видно.